надо понимать, что у нас Россия многонациональная страна и многоконфессиональная. Вот это вот нельзя забывать. Вот люди шли на смерть, и они не думали о себе, потому что были так воспитаны, потому что земля, родина, страна – самое было дорогое. Русский – самый великий, самый революционный народ на земле. Я в это верю. Национальная идея – возлюби ближнего своего. Любить родину можно только через любовь, через труд, через чистый подъезд. Начинать надо с собственного унитаза, собственного двора. И не лазить дальше этого, если ты в этом не разбираешься. На самом деле национальная идея России есть, и она не менялась на протяжении веков, вне зависимости от социального строя. Это идея справедливости. Чтобы люди были добрее друг другу, и чтобы оставалось, наверное, вот эти вот первые 10 заповедей Библии, которые и есть. То есть, если ты артист, возьми микрофон и иди пой. Если ты дворник, мети. Человек, который защищает национальные интересы, это патриот, это совершенно нормально. Когда мы начали стесняться этого слова патриотизм, потому что патриотизм – это любовь к родине, то мне было обидно. Мне было обидно за тех, которые лежат в земле, которые за нас отдали свою жизнь. Мне бы хотелось, чтобы 10 заповедей, они стали национальной идеей для любого государства. Мне кажется, национальная идея, вот сейчас я подумал, это просто надо быть человеком.